И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Азма Бумшнаска. И сегодня мы будем обозревать новую обнову в Чикенгане. Сейчас со мной нету Орлана, потому что он в отпуске, Катя в тесте, жиробасит, не хочет давно сниматься. Но, кстати, скоро в сообществе будет один выбор. Но скоро вы его увидите. Так, пошлите-ка уже... обозревать так. Пошлите в магазин. Что тут из нового добавили в оружиях? О! Вот такой вот типа огнемет, вот такой вот бластер типа. Хуана добавили! Ё-моё! Какой красавчик! И дракона. Которого Дэн точно делал типа концепт на дракона. Так, что тут у нас еще есть? О! О-о-о-о-о! Стойте! Кота добавили, типа, и тележку, и то самое такси из Мистик Тауна. Круто просто. Так, а что из шапок новых? Ё-моё, что за капюшоны тут? Что? Теперь можно легко, знаете, что сделать? Тут можно легко стать арабским. Арабом можно легко теперь стать. Стоп. А, ну, драконе ничего нету, так что я выберу обратно его, моего любимого. Так, из клювов что добавить? Бороду! И усы. Я не представляю свою скорую жену без усов. Ладно, это не реклама усов. Так. Во, смотрите, рюкзак. Так, из мобов. Ну, потом вы увидите, кто из мобов появится. Так, больше ничего, кажется, не добавили. Стоп, подождите. Да, нет, ничего больше не добавили. Так. Тогда пошлите на карты обозревать. Кстати, забыла вам упомянуть, есть у меня ассистент Азамат. Ну, мой ассистент вот это будет со мной заходить сюда. Так. О! Desert Town 2 добавили как играбельную... карта? Никто даже не увидел это. О, Grid Race. Так, ладно, давайте выберем его. Так, вот мой ассистент. Обзорный ассистент Чек. Маленький клюв, как у меня. Супер крутые глаза. Рыба. Хвост обычный. Туфли, бархатные тяги. И, короче, пон. Так. Поздоровайся, ассистент Замата. Так, подожди, тебе нужно прокашляться. Сейчас, подожди, где-то у меня была тут вода. На, вот, воду попей и прокашляйся. Так, что-то не сработало. Так. Ну как, помогло? Ну скажи что-нибудь, а не в чат пиши. Ладно, ты не умеешь разговаривать. Так, что у нас из... Пианино? Так, а что тут на... Не стреляйте в пианиста. О, господи, твои бархатные тяги прям упираются в стол. Так, а с чего нового еще? О, будка собаки? Круто. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. О, ого, смотрите, будка собаки и... Стоп, что вот это такое? Смотрите. О, ладно, я не буду это больше это пробовать. Так, что-нибудь нового добавили? Ну, больше, кажись. Ну... Подождите-ка, но из нового ничего добавили. Так, а, эмоции? Ё-моё, сколько эмоций! Кстати, я увидел сразу, что у тебя эмоции. Смотрите, питья воды. Оператор! Ё-моё! Так, что я сделал? Давай теперь ты будешь снимать. С ней привет, ладно. Ла-л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 а
прескачаю, прескачаю.
Так. Ой, ё-моё. Так. Привет. Так, телефон. Алло. Нан-нан. Привет. Так. Ладно. Остальные эмоции нам не нужны. Хунга-чанга, 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 кунга. Так, ладно. Что из нового еще добавили? Так, мой ассистент качает пресс. Кстати, смотрите, какая тут просто пальма. Смотрите, какая. Прям реально бархатная. Вот сюда аргентину добавим. И все. Да, неоновная. Так, ну теперь, простите, вообще вы другую карту. Теперь давайте посмотрим пасхалки. Сначала пойдем на Мисти Таун, пойдем еще на другие карты. Так, ну ладно, мы переместились на другую карту. Вон там, кажется, находится так, из мобов. Так, мобов можно ставить, так что... Смотрите, готовим оборудование вот сюда вот. Так, оператор, готовь вот эту свою камеру. Так, все, давай. Раз, два, три. Ой, где? О, так, смотри. Ждем, пока тут у нас появится оно. И да, он у меня появился. А у тебя он, проверь. Он появился у тебя? Круто. Так, смотри. Теперь у меня его не открыт, так что попробуем подождать его пока. Так, 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 так. Подожди-ка. Что если туда поехать? Что будет? Может, у него целый... Надо его отдельно купить на всякий случай. Так. Мне сейчас так не хватает Орлана, просто я хочу не только себя слышать, но и его. Так, ладно. Эй, бро. Так, ладно. Что с моим ходьбой? Я дрыгаю ножками. Так долго. Так, а это кто такой? А это кто? Ты знаешь его? И кто это? Так, ладно. Давайте я все-таки попробую. Так, все, берем и выкидываем это пианино. Как же скучно. Где же Джамбо Джош? Кстати, он еще появится как скин, так что давайте лучше переместить. Так, нет, это не добавили. Так, куда? Ладно. Ладно, чё. Ладно, типа... всем привет. Ой, сзади! Ё-моё! Пришёл! Я сам не ожидал, как он пришёл. Ё-моё, я так испугался сам. Ё-моё, как же это страшно. Кстати, вы слышали музычку, когда он вот это... Я как фанат вот это Garden of Banban знаю, что это за музычка. Это нападение. Он... Ё-моё, посмотрите просто какой лютый красавец. На. Отстань от меня, пожалуйста. Зомби. Убили его. Ладно. Ладно, теперь пойдемте наконец-то в другую. Да ё-моё, блин!
Так, потерял я своего ассистента. О, это же тот самый... Так, кажется, это тот самый дом, который нам нужен. Да, вот, коричневый. И вот, а, ты уже его нашел? Ладно. А, я его даже не могу убрать. Вот он у меня появился. Кстати. Я хорошо выглядит из-за камских квас. Просто жестко слушаем. Так. Реально он издает звуков. Так. Орлан, так. Или, ой, блин, ассистент. Ё-моё, я уже поспутаю. Так. Идем на другую пасхалку, пойдем поглядим. Идем. Так, куда? Туда идем вы. Да. Ладно, идем. Что за звуки я вечно слышу? О, смотрите, тут картину добавили. Это нас не интересует. О, думаю, что за, где, когда, что? Ладно. Интересно, где мой? Так, а вот он. И залази вот сюда вот. И тан 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 тан. Ты не знаешь его? Ё-моё! Какой же ты глупый! Это же тот самый... Подожди, я сам вспомню, кто это. Это же... А, вспомнил, это же Chicken Head. Ты что, его не помнишь? Это же Chicken Head. А, ты что, вообще что ли? Я сейчас тебя обкапаю. Что с сеткой? Что тут с сеткой? Почему она коричневая вся? Это же Chicken Head. Чего? Ладно, так, что за еще за тут Так, три пасхалки мы уже тут нашли где-то. Кажись. Да, мы все три пасхалки тут нашли. Так что переносимся к машинам. Так, мы уже переместились на другую карту. Так, где мой ассистент? А, вот он. Вот уже следующий, тут уже следующая пасхалка. Так, и, так, мне нужно уменьшиться и попасть внутрь. Так что мы с моим ассистентом стали милыми котиками, пупсиками. Так. Так, ладно, он же убрал их. Так. Так, где-то вот тут вот должна быть... А, ё-моё. Так, где-то вот тут вот должна все-таки быть это. Так. Вот она, я ее нашел! Я ее нашел! Я ее нашел! А где мой ассистент? Ладно. Вот я ее нашел. Ой, ё-моё, где я? Сплющила. Но все равно я ее нашел. Только нашел. Я ее нашел! Так. Вот она, да, она у меня появилась. Так, пошлите другую тогда, вот это как бы... Пошлите другую машину искать. Так, вот уже следующий раз. Так, вот уже, так. А вот уже и следующая машина, но она необычная. Наверное, мой оператор уже знает, потому что он смотрит Дэна. Так. Алло, давай уже, мы его взяли. Так. И вот этот, короче, типа паровозик.
Я его не могу поставить, но все равно вы можете на других, ну, на других каналах увидеть Дэна там. Этот паработик сам, вот эту тележку. Короче, все эти машины можете увидеть на канале Дэн19К и других. Я не могу их купить, у меня мало денег, я бомж. Здесь те жиробасики, которые живут в жиробасике. Так что пошлите-ка на другую машину искать. Так, кстати, еще одну хочу вам показать. Смотрите, на месте Хуана больше остались только бутылки. Его сам пропал, потому что теперь мы можем его вот это надеть. Так, ладно. Нам нужно быстрее вот это показать. Так, я не помню, где была эта машина. Блин, оператор, напомни, где она была. Где она была? Господи, я не помню. Или, кажется, помню. Или нет? Или где она? Стоп, это где было? Это в качалке, что ли, было? Нет, это не тут. Блин. Ай, ладно, так. Так, сразу же идем вот это... Вот, вот эта машина, где она? А, да, вот она. Я ее не увидел просто. Вот она, мельчайшая. Как ее игроки вообще нашли? Так, все, теперь выходим. Так, все, сразу по чесноку идем искать эту супер-пупер маленькую машину в тесте жиробасика. Так, вот она где-то там должна быть. Кстати, если что, хочу вам сказать, что я... Ой, короче, ладно. Кому-то будет интересно, но я играю в Pizza Tower. Ролан не знает... Ой, Ролан и вот это ассистент Азамата не знают, что это за игра. Всего что взглянуть надо на машину и все. Так, ай! Ты вообще что ли? Да пугач! Ладно. Все, я лежать, Блэк. Стоп, я могу лежать, чем ходить? Так, ассистент Азамата, посмотрите на улицу. Пам-пам-пам-пам. А, ладно, он уже вышел. Ну что ж, подведем итоги. Мы нашли все пасхалки в этом обновлении, но не почти. Скоро еще мы посмотрим еще малые пасхалки. Ну, на этом, наверное, все. Всем до свидания. Видео прошлось очень мало, так что... Так... Может, наконец-то ассистент Азамата что-нибудь скажет наконец. Ладно, не мой ты пукач. Эй, учителя, хоть вы что-нибудь скажите. Блин, почему все не мои? Даже ты, рыба, не умеешь разговаривать. Эх, наверное, это все моя шизофрения.